На Калинина произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Два маршрутных автобуса вместо того, чтобы уступить дорогу друг другу, не поделили ее. Не знаем, существует ли какая-то солидарность между водителями пассажироперевозчиков или у них между собой только гонки за клиентами, но в банальной ситуации одни отъезжают, вторые заезжают на остановку, уступить дорогу никто не захотел. Машины притерлись бортами. Что интересно, первый автобус первого маршрута уже попадал к нам в передачу несколько дней назад. Это уже второй случай на неделе. Стоит задуматься над манерой вождения. Как объяснил водитель автобуса номер один, он заезжал на остановку, его оппонент решил объехать припаркованное авто и зацепил по касательной. Честно говоря, повреждений на втором автобусе мы так и не нашли, но с этими странностями пусть разбираются сотрудники полиции. Вообще неадекватное поведение водителя маршрутных автобусов уже не первый год тревожит простых пользователей этого вида транспорта. Часто пользуетесь автобусами вообще? На работу езжу автобусами. Вот скажите, в последнее время есть ощущение, что они как-то стали быстро ездить или вот гоняют все время? Вот, бывает такое. Впрочем, немногие пассажиры возмущаются. Задача доехать до места и забыть, как кошмарный сон. К сервису нам еще идти и идти. В момент столкновения двух автобусов около полусотни человек было в салоне. Никто не пострадал.